В районе Алтай прошел 17-й международный фестиваль «Золотой Тургусун». Этот фестиваль был основан поэтом, писателем, почетным гражданином Восточно-Казахстанской области Александром Егоровым. В этом году на фестиваль приехало несколько сотен человек из разных районов и городов ВКО, а также из Российской Федерации. Ежегодно в июле в районе Алтая проходит международный фестиваль «Золотой Тургусун», где принимают участие поэты, авторы и исполнители, бардовские песни, фольклорные коллективы, мастера декоративно-прикладного искусства. Для участников мероприятия были созданы все необходимые условия для комфортного отдыха. В этом году мы подобрали Малеевский сельский округ. Здесь на берегу слияния двух рек, река Хамир и река Бухтарма. В народе существует такое поверье, что место слияния рек – это место извлечения силы. И сегодня мы видим все участники фестиваля, которые приехали, привезли с собой палатки, разместились в палаточных городках. Для этого были созданы, мы создали им все условия. В первую очередь мы здесь провели небольшую очистку территории, обкашивание, провели обработку от насекомых, для того, чтобы люди могли комфортно здесь отдыхать. Конечно же, в первую очередь у нас и правила пожарной безопасности, потому что у нас более 300 тысяч гектаров леса, поэтому сегодня здесь дежурит наряд пожарной охраны. Международный фестиваль «Золотой Тургусун» является уникальной концертной площадкой. Здесь поделиться своим творчеством и обрести признание могут начинающие поэты, авторы песен, музыканты, а также выступают известные исполнители. Я занимаюсь 6 лет на саксофоне и 4 года на баяне. Я приехал с Алтая, с города Алтай, ну, Зыряновск. Я учусь в 5 классе, и я играл на саксофоне и на баяне. Я играл песню «Танго» на саксофоне, а на баяне играл песню «Яблочко». Вначале я буду открывать песни Ильи Кулева, «Земляка», друга, товарища и замечательного человека с его чудесной песней. Здесь собираются очень много интересных творческих людей и очень много разных направлений. Каждый год все больше людей новых, и это каждый год новые знакомства, встреча со старыми друзьями. Вообще я люблю это место, это действие «Золотой Тургусун». Изначально знакома с его создателем Александром Егоровым, лично знакома. Замечательный был человек, ветеран войны, и что он это придумал. Когда я первый раз здесь попала, лет 8 или 10 назад, вы знаете, я вот так вот вступила в Кутихи, да, вышла из машины и почувствовала себя вот в необыкновенном месте. Машины, палатки, где-то там поют, и вот душа прям запела, вот хотелось плясать, прыгать. Ну, с тех пор каждый «Золотой Тургусун» мы здесь, и вот сейчас представляем ансамбль. Мы пропагандируем русское народное творчество, русские песни, пляски, танцы. Завтра мы вам покажем, как краковяк танцует и разные танцы. В этом году программа мероприятия была насыщенной. На сцене звучали произведения лауреатов фестиваля разных лет. Были организованы спортивные мероприятия, а также выставки художников, фотографов и мастеров декоративно-прикладного искусства. Стоит отметить, что фестиваль собрал более 400 человек.